Так, выезжаем мы с офиса, друзья мои. Машалах у нас там Merhaba. Сзади. Maşallah. Merhaba. Buradan Tömi'ye gidiyoruz. Tömürük'te harika bir artı bir dairelerimiz var. Kaliteli, havuzlu, iskanlı, doğalgazlı. Efendime söyleyeyim, jeneratör, çocuk alanı, taşlık, mangal dediğimiz hepsi var. Umarım hepiniz beğenirsiniz. Videoda kalın. Görüşmek dileğiyle. Baka baka. Baka baka. Так что едем мы в Tömürük. Такой мост проезжаем. Впереди район Tömürük. После Теджа идет сначала Чешмели, потом Tömürük. Это трасса D400. Эта дорога соединяет Мерсин, Анталию. Tömürük находится в районе Эрдемли. Kim o? Bahar mı? Aynen öyle. Обратите внимание, какие здесь деревья. Kız mı erkek mi lan ben o erkek. Böyle yok ya. Друзья мои, мы сейчас находимся в Tömürük. Сейчас вам поснимаю квартиру. Красиво. Красиво, да. Новым. Так, на этаже у нас сколько квартир на этаже? А, любую зашли. Так. А шоурум вар? Шоурум вар. Вар? Так, зашли, здесь маленький коридорчик. Здесь у нас санузел. Здесь у нас гостиная с кухней. Так, и здесь у нас спальня. Ой, бассейн налили. Бассейн. Спасибо. Вопрос. Такая вот квартира. 1+1. Значит, гостиная вместе с кухней и спальня. И спальня. Окна в пол. Будет французский, наверное, балкончик. Столешница такая широкая. Красиво. Цвет красивый. Место для холодильника.
два лифта. Еще одна запасная лестница. Еще такая планировка есть тоже. Коридорчик. Кухня. И спальня. Французский балкончик. Ворота только что здесь были. Такие виды. Район Тамюк. О, красиво, асансер, окей. Асансер, юкары чыкачаз. Красиво, асансер, финиш. Юкары. 9-cu kat, 9. Я квартира. Очень-очень красиво, манзара. Güzel. Güzel. Вот так вот. Асансер geliyor. Мы только что прокатились на Эджо без света в этом лифте, друзья мои. Куда он забежал? Сюда, что ли? 55-ю квартиру? Да. А, так это твоя, Дере? Да, да. А, вот. Он мне все время хвастается. Где он покупает? Он же инвестор, Неджи, у нас. Он покупает квартиры. Боже, какой вид. Класс, конечно. Машаллах! Машаллах там внизу гуляет. Ла бассейна. Классно, Неджо! Спасибо! Да, тебе хорошо! Вот так вот. Большая широкая столешница здесь. Ну что, вот если человек один или вдвоем переезжают, мне кажется, что один плюс один самое то. Тут же приготовили, тут же покушали, здесь же сели, телевизор посмотрели, отдохнули. На лоджии тоже чай попили. В спальне, пожалуйста, отдыхайте. Видите, здесь будет встроен как бы шкаф. Вот этот шкаф встанет вот сюда вот. А здесь будут кровати, французский балкон, батарея. Красивый дом такой. Лежишь, отдыхаешь, смотришь на домик такой. Море. Район Тамюк. Квартиры 1 плюс 1, друзья мои. Пишите на WhatsApp. Вся информация на WhatsApp. У Неджо и Машаллах. Неджо! Все, иду. Гель, это значит идем. Вся 7-я квартира. Там Мерсин. О, здесь боковой даже окно море, есть. Море. Море, море.
Да, здесь тоже море видно. А когда закончится дом, будет сдан? Говорит, через месяц будет дом сдан. Окей. Шел дом, как? Arkadaşlar, üçlü set yer. Buraya şey gelecek. Şu dolap, şuraya girecek bu dolap. Buraya. Dolap olacak burası. Burası yatak odası. Şey de var, tetekler takılmış, petek. No, tam. Yes. Машалах нас уже ждет внизу. Асансер, сейчас да, покажу вам. Покажу вам бассейн, пока в лифте снова ехали. Опять я стрессанула, потому что света нету. Поэтому я стрессанула. Но ничего, Неджо светил фонариком в телефоне. Сейчас покажу вам территорию. Посмотрите, уже туи. Красота. Красота. Ой, солнышко светит. Такой вот ваш дом. Квартира 1 плюс 1. Такая вот территория, парковка здесь. Детская площадка. Беседка, мангал. Видите, часто, когда новые дома, то одна беседка, один мангал. А если старый фонд, как у меня Сите, да, как вот мы сегодня смотрели, то несколько беседок. Ой, боже, водичка. Сейчас бы занырнуть. Благодать. В этом доме осталось несколько квартир, так что у вас уже есть соседи. Как только дом будет готов, люди начнут заселяться и жить счастливо в районе Томюк.